По сообщению Ассоциации банков России, экспериментальную программу по выдаче цифровых ипотечных кредитов планируют начать в мае текущего года. В настоящий момент идет работа над подготовкой изменений, которые необходимо внести в нормативные документы. В проекте принимают участие Сбербанк, Газпромбанк, Банкдом РФ, а также некоторые кредиторы, которые работают с компанией «Регион». Подробности читайте на сайте.